Гороскоп на 7 июля 2024 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! Воскресенье у Овна многое может измениться к лучшему в первой половине дня. Однако для того, чтобы желания сбылись, нужно действовать, преодолевать преграды, бороться с неблагоприятными обстоятельствами. Сначала это будет даваться трудно, но потом вы войдете во вкус, почувствуете настоящий азарт. Вы охотно делитесь с окружающими своими идеями и планами, часто получаете поддержку там, где не ожидали ее. Единственная сфера, где могут возникнуть серьезные проблемы, это финансы. Тут будьте предельно осторожны, старайтесь не рисковать ни своими, ни чужими деньгами. Нежелательно брать кредиты. Личный гороскоп. По-прежнему велика вероятность обострения хронических заболеваний, опасны физические перегрузки и неоправданный риск. Не исключены проблемы в отношениях с друзьями или соседями, которые могут изменить ваше настроение к худшему. Постарайтесь не вымещать досаду на домашних. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Овну предстоит пройти нелегкое испытание на прочность. Это в большей степени касается семейных людей, которые не доверяют близкому человеку. Возможны ошибки в ценных бумагах, от которых зависит ваше финансовое положение. Овну не стоит делать поспешных выводов в отношении родственника, с которым он недавно поругался. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вполне вероятно, что интересная встреча в поездке, в кругу людей, приехавших издалека, несколько разнообразит вашу жизнь. Не ждите многого от этого дня. Одинокие люди пока не могут рассчитывать на изменения своего семейного положения. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Всеми поступками Овнов в этот день будут управлять только эмоции. Подавшись чувственному порыву, вы сделаете комплимент симпатичному коллеге противоположного пола, а в вечерние часы столь же эмоционально будете обсуждать это происшествие со своими друзьями. Воскресенье тельцам будет трудновато, особенно в начале дня. Не стоит всерьез рассчитывать на то, что проблемы решатся сами собой, или ждать, пока с ними справится кто-то другой. Чем больше усилий вы прикладываете, тем лучших результатов добиваетесь. Будет шанс найти новых помощников, причем вы сразу поймете, чем их можно заинтересовать. Вы устаете быстрее обычного. Имейте это в виду, когда будете строить планы, и оставляйте достаточно времени для отдыха. Во второй половине дня стоит пройтись по магазинам. Вы найдете какие-то интересные вещи, сможете купить подарки близким. Личный гороскоп. Возможны мелкие конфликты с близкими людьми. Излишняя мнительность может сослужить плохую службу. Постарайтесь быть терпимее и доброжелательнее. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Гороскоп не советует Тельцу принимать скоропалительные решения, касающиеся семьи. Даже если вы серьезно поссорились с супругом, старайтесь найти способы помириться. Всю важную и срочную работу следует выполнить до полудня, иначе вы потеряете шанс получить хорошие деньги. Вечером Тельцу можно поплавать в бассейне или сходить в тренажерный зал. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня у Тельцов удачно пройдут свидания, любые выяснения отношений. Сейчас легко найти общий язык со второй половинкой. Не упустите счастливую возможность примирения. Можете обговорить ваши совместные планы на будущее. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. Тельцы сегодня будут всячески бороться с попытками близких манипулировать собой. Вторая половинка сильно удивится, встретив протест с вашей стороны относительно своей новой идеи. Это противостояние может продлиться несколько дней, так как никто из вас уступать не захочет. Воскресенье у близнецов день складывается очень неровно. Порой вам везет и многое дается легко, но потом наступают моменты, когда все валится из рук, а проблемы возникают там, где вы их никак не могли ожидать. Порой трудно поладить с окружающими, они требуют от вас слишком многого, ждут безграничного понимания и неподдельного интереса к своим делам. Будет возможность познакомиться с необычными и интересными людьми, однако общение с ними окажется довольно неприятным. Вы, конечно, узнаете от них много нового и полезного, но и критики в свой адрес услышите немало. Личный гороскоп.
День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Благоприятный день для нового знакомства, супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Если друзья или родственники захотят сегодня приехать к вам на ужин, любезно согласитесь, так как общение с ними будет для вас полезным. Сон исполнится в тот же день. Летающая бабочка во сне – к неприятностям, пойманная бабочка – к удаче в любви. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Близнецам сегодня не стоит сильно загружать себя работой. Во-первых, вы вряд ли все успеете сделать. Во-вторых, можете основательно надорваться. Рывок в карьере сделают Близнецы, которые заранее все распланировали и ответственно подошли к работе. Идеальный вечер – для романтического свидания и интимной связи. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, неожиданные ситуации, но ваших опыта и такта должно хватить, чтобы не допустить скандала. Опасайтесь оказать медвежью услугу близкому человеку, во всем ему потакая. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецы сегодня попробуют применить новые методы в решении привычных служебных вопросов. Новаторство – это очень хорошо, но лишь при условии, что вы отнесетесь к нему основательно и серьезно. В воскресенье раком можно добиться успеха, если серьезно относиться к делам. Легкомыслие сегодня недопустимо и опасно, как и расчет на то, что вам повезет и удастся добиться успехов, почти не прикладывая усилий. Вероятны полезные знакомства. Помните, для того, чтобы произвести хорошее впечатление, нужно постараться показать свои самые сильные стороны. День довольно напряженный, дел и забот будет больше, чем обычно. Важно, с одной стороны, не тратить время напрасно, с другой, не забывать об отдыхе, который сегодня особенно важен. Личный гороскоп. Будьте готовы к тому, что общение со старшими членами семьи может испортить вам настроение. Справиться с плохим настроением поможет чувство юмора. Хороший отдых и полноценный сон вернут бодрость и оптимизм. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. В этот день Раку не придется отдохнуть даже пару минут. Вы будете с утра заниматься домашними вопросами, а днем – разработкой новых проектов. В коллективе вам следует быть более коммуникабельным, особенно, если вы находитесь в нем недавно. Гороскоп не советует Раку игнорировать малейшее недомогание. Это может быть звонок болезни, поэтому не затягивайте с визитом к врачу. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что кто-то из близких огорошит вас новостью, с которой будет непросто примириться. Не поддавайтесь эмоциям, они помешают принять здравое решение. Полезно чаще менять обстановку, по вечерам позволять себе развлечься. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Ракам в этот день предстоит с головой погрузиться в пучину страсти. Совершенно неожиданно для себя вы встретите человека, который отнимет ваш привычный покой, заняв прочное место в ваших мыслях и сердце. Воскресенье у Льва нервным и напряженным будет начало дня. В это время многое идет не так, как хотелось бы. Вы стараетесь навести порядок в делах, но это удается далеко не сразу. Часто отвлекают окружающие. Приходится тратить время на решение чужих проблем, это очень раздражает. Не исключены финансовые потери, неудачные покупки. Вторая половина дня порадует приятными событиями, даст возможность пообщаться с людьми, которые близки вам по духу. Готовы поделиться жизненным опытом и просто помочь в чем-то. Хорошо проходят деловые встречи. Личный гороскоп. Расположение звезд по-прежнему неблагоприятно. Противопоказаны физические нагрузки, водные процедуры и неоправданный риск. Постарайтесь не вымещать досаду или раздражение на домашних. Терпению близких людей тоже есть предел. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Лев должен быть наблюдательным и чуточку хитрым, особенно, если дело касается делового сотрудничества. Не стоит доверять всем, кто заявляет о себе, как о профессионале. Участие в массовых мероприятиях Льву сегодня противопоказано. Лучше посвятите время близким людям, а перед сном прогуляйтесь по парку. Гороскоп «Дом» на сегодня. В сложной ситуации вам удастся проявить чудеса изобретательности, что принесет заслуженное уважение коллег. Займитесь общественной деятельностью.
смело рассчитывайте на поддержку друзей, родственников, проверенных соратников. Именно они помогут отличить достоверную информацию от ложной и выработать правильную линию поведения. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львы в этот день будут капризничать даже в процессе общения с руководством. Вы откажетесь понимать, что ваше мнение не является единственно верным, и продолжите настаивать на своем, даже ценой хорошего отношения с высокопоставленными особами. Воскресенье, Девы, вы деятельны, энергичны, стараетесь успеть как можно больше, но порой торопитесь с суждениями и выводами. Ошибки вряд ли будут значительными и серьезными, но вы всерьез расстроитесь из-за них, начнете сомневаться в собственных силах. Потребуется поддержка близких людей, чтобы к вам вновь вернулась уверенность. Вторая половина дня в целом будет более спокойной. Она хорошо подходит для встреч с теми, кто для вас важен. Можно будет поговорить о многом, договориться об общих планах, решить хотя бы часть накопившихся проблем. Личный гороскоп. День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Все будет способствовать росту вашей популярности и авторитета. Ваше мнение не останется без внимания того, кто хочет его узнать. Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств. В семейной жизни все сложится хорошо. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Гороскоп обещает Деве высокооплачиваемую работу, которую предложит близкий друг. Конечно же, от вас потребуется немало рвения, терпения и сил, но вы не паникуйте. В личной жизни возможны катаклизмы, но мудрая и практичная Дева сможет все уладить. Если не станет в позу и не начнет беспринципно качать свои права. Гороскоп «Дом» на сегодня. У некоторых представителей этого знака зодиака может проснуться практический интерес к родственным или соседским отношениям. Многие распознают и используют общественно полезные качества каждого человека, с которым будут общаться, и постараются взять на себя роль лидер. Не порочьте себя саботированием любого общего дела, в котором не будете играть доминирующую роль. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девы сегодня всерьез займутся вопросами относительно своего места жительства. Не исключено, что навязчивая идея о переезде или о расширении жилплощади станет для вас поводом прибегнуть к услугам риэлтора. Воскресенье, Весы, начните менять то, что давно хотелось изменить. Момент для этого сейчас самый благоприятный. Во многих делах, на удивление, быстро удается достичь успеха. А все потому, что интуиция подсказывает вам, когда лучше начинать действовать. Помощь вам вряд ли потребуется, но если это все же произойдет, вы легко получите ее. Это подходящий день для того, чтобы начинать учебу, повышать квалификацию, собирать информацию. Можно решать юридические вопросы, заниматься оформлением документов, посещать государственные организации. Личный гороскоп. Критический день. Он связан с обманами, иллюзиями в отношениях с окружающими, конфликтами с детьми. Обратите внимание на свое здоровье, не следует перенапрягаться физически и умственно, так как в этот период возможны травмы, нервные срывы и обострение хронических заболеваний. Хороший отдых и полноценный сон вернут бодрость и оптимизм. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Весы решат заняться укреплением здоровья и иммунитета, что заслуживает одобрения. На работе старайтесь делать перерывы на отдых и обед, а также меньше конфликтовать с коллегами. Вечер подарит Весам хорошую новость. В семье ожидается пополнение. Гороскоп «Дом» на сегодня. Весы, нуждающиеся в покровителе, спонсоре или защитнике, сегодня наверняка встретят необходимого человека. Не исключено заключение договоров и счастливых союзов. Это может касаться как брачных уз, так и творческого соавторства. Прежде чем достичь необходимого результата, придется преодолеть сопротивление недоброжелательно настроенных лиц. Любовный гороскоп на сегодня для Весов. Материальное положение Весов в этот день заметно улучшится. Источником поступлений в ваш бюджет станет прибавка к окладу, незапланированная премия или старый долг, который вернет кто-то из ваших приятелей. Воскресенье у Скорпиона – благоприятный день для учебы. Многое получается хорошо, некоторые проблемы, тревожившие вас в последнее время, сегодня могут решиться сами собой.
Вероятно, приятные новости, известия от людей, о которых вы беспокоились. Порадуют неожиданные приглашения, поступят деловые предложения, от которых не захочется отказываться. Старайтесь не переоценивать свои силы, не забывайте об отдыхе. Переутомление сегодня особенно опасно. Может вызвать головные боли, бессонницу, обострение хронических заболеваний. Личный гороскоп. День благоприятен для общения в тесном семейном кругу, возможны приятные неожиданности, пополнение семейства, приемы родственников, маленькие семейные праздники. В скором будущем, вероятно, сложная финансовая ситуация и усиление негативных тенденций в вашей жизни. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Серьезных финансовых проблем у Скорпиона сегодня не предвидится. Зато в отношениях с любимым человеком намечается разлад. Возможно, что поводом для него послужит ваше стремление к свободе и независимости. Гороскоп советует Скорпиону организовать совместную поездку с избранником. Неважно, куда вы отправитесь – на природу или в другой город. Гороскоп «Дом» на сегодня. Возможно, новые внезапные и интересные знакомства, быстрое и неожиданное решение о заключении союза. Используйте эту прекрасную пору для общения с друзьями, организации семейных празднеств, юбилейных торжеств. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Основное внимание скорпионов сегодня будет приковано к происходящему на личном фронте. Человек, с которым вы стали общаться не очень давно, будет настаивать на стремительном развитии отношений, тогда как вы сами поддержите более медленный и плавный сценарий. Воскресенье Стрельцу будет нелегко, но вы справитесь. Не бойтесь трудностей и преград, появляющихся на пути. Все можно преодолеть. Тем более, что на вашей стороне люди, на которых можно положиться. Привычные методы не приносят нужных результатов. Поэтому приходится экспериментировать. На ходу изобретать, если не велосипед, то какой-то другой транспорт, который доставит вас к цели. Благоприятный день для общения с единомышленниками, посещения мероприятий. Где можно встретить людей, разделяющих ваши увлечения и интересы. Общее дело может стать началом долгой дружбы или страстного романа. Личный гороскоп. День обещает быть насыщенным интересными событиями в личной жизни женщин-стрельцов. Ваши достоинства и качества отметят и оценят поклонники. Сексуальные контакты и любовные отношения принесут радость, уверенность в собственных силах и взаимное удовлетворение. Не исключено, что интересы детей или близких родственников потребуют от вас повышенного внимания и личного участия. Звезды не рекомендуют сегодня мужчинам-стрельцам проявлять активность в сфере профессиональной деятельности, ибо любая инициатива обречена на провал. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». Стрелец будет подвержен аллергической реакции. Если почувствуете недомогание уже утром, то лучше не ходите на работу, а подлечитесь дома. Общение в социальных сетях приведет стрельца к интересному знакомству. Человек, который предложит дружбу, уже не один месяц пытается добиться вашего расположения и симпатии. Гороскоп «Дом» на сегодня. Возможно, вы будете так увлечены своей работой, что просто трудно предугадать, найдете ли вы время для такого легкомысленного занятия, как любовь. Но самая романтическая часть вашей натуры будет раздавлена этой непосильной ношей и потребует компенсации в виде свиданий и признаний. Вы можете многому научиться, встречаясь с другими и обмениваясь с ними опытом и знаниями. Вы должны часто это делать. У вас много достоинств, но чуть большее внимание к окружающим вам бы не помешало. Воскресенье Козерогу к любым делам, даже незначительным и мелким, нужен серьезный подход. Обдумывайте каждый шаг, старайтесь избегать ненужного риска и сомнительных контактов. Поддержка старых знакомых пригодится, а вот люди, которых вы пока плохо знаете, помочь в чем-то вряд ли смогут, а вот помешать – вполне. Проще будет тем, кто способен учиться на чужих ошибках, использовать опыт других людей. Вторая половина дня хорошо подходит для семейных дел, общения с родственниками, отдыха в кругу близких. Можно пригласить в гости друзей, вы весело проведете время. Личный гороскоп.
День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия, постижения новых истин, проявления творческого потенциала. Возможно, новое знакомство, которое позволит женщинам-козерогам взглянуть на ситуацию с иной точки зрения. Однако строгость в соблюдении внешних приличий может вызвать некоторое недоумение и стать причиной ссоры. Звезды предсказывают рост популярности и авторитета мужчин-козерогов. Их мнение не останется без внимания той, кто хочет его узнать. Умение найти ключ к женскому сердцу и душевная щедрость, вплоть до самоотречения, принесут успех в любовных делах. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Гороскоп советует Козерогу провести этот день в одиночестве. Поверьте, это совсем неплохо, если есть домашние дела и время для размышлений. Возможно, получение премии или прибыли от деловых партнеров. Информацию, которая поступит Козерогу по почте, следует переработать и отсортировать. Она поможет в профессиональной сфере. Гороскоп «Дом» на сегодня. У многих Козерогов появится повод, время и материальные возможности для того, чтобы проявить свою творческую фантазию. Если в вашей квартире будет ремонт, то приготовьтесь к тому, что он потребует кроме средств еще и массу вашей личной энергии. Вы можете рассчитывать на помощь со стороны близких. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. Все свои истинные чувства сегодня Козероги тщательно будут прятать внутри. В этом действительно есть доля здравого смысла, ведь вас мало кто сможет понять, а потому ни к чему демонстрировать все, что вас так сильно тревожит. Воскресенье Водолею нужно правильно распределять свои силы. Прежде чем взяться за какое-то дело, убедитесь в том, что оно действительно важно для вас. Правильно расставив приоритеты, вы сможете избежать пустых тревог и напрасной траты времени. Не ленитесь проверять поступающую информацию. Не исключено, что кто-то попытается ввести вас в заблуждение. День отлично подходит для коммерческой деятельности. Даже если у вас нет опыта, и сегодня вы заключите первую в своей жизни сделку. Она наверняка окажется выгодной. Не исключены дорогие подарки и приятные сюрпризы. Личный гороскоп. Неблагоприятный день. Превратности судьбы могут помешать вам реализовать задуманное. Возможно, что ситуация сложится таким образом, что вам придется решать множество вопросов одновременно. Избегайте ненужных споров, острых дискуссий, которые ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Остерегайтесь завистливых и агрессивных людей. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. В окружении Водолея появится человек, который станет для них больше, чем друг. Вы назовете это долгожданной любовью, что вполне нормально. Внутренний голос подскажет вам, как упрочить финансовое положение. Водолей давно хотел открыть свое дело, поэтому теперь об этом раздумывать не стоит. Смело беритесь за реализацию мечты. Гороскоп «Дом» на сегодня. В этот период течение острых воспалительных, инфекционных недугов смягчается, но заболевания половой сферы и щитовидной железы могут напомнить о себе. Вам нужно пройти серьезное обследование у хороших специалистов. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. В этот день всплывут на поверхность все главные слабости водолеев. Вы не сможете себе отказать ни в пристрастии к обильной еде, ни в желании пропустить после напряженной работы пару-тройку алкогольных коктейлей. В воскресенье рыбам нужно сдержанность и самообладание. Если вы пойдете на поводу у эмоций, то рискуете обидеть людей, которые вам особенно дороги, или сделать то, о чем позже пожалеете. Особенно сложным этот день будет для рыб-руководителей, которым придется потрудиться, чтобы найти общий язык с подчиненными. Будьте осторожнее с деньгами. Сегодня вы тратите их слишком легко и совершенно не задумываетесь о последствиях такой расточительности. Даже если какая-то вещь вам очень нравится, не спешите покупать ее, есть опасность быстро разочароваться. Личный гороскоп. День планирования будущего. У многих рыб усилится интуиция и дар предвидения. Во избежание повтора ошибок и просчетов сегодня хорошо вспоминать прошлое, анализировать пройденный путь. Вы сможете лучше представить будущее. Впереди возможны приятные неожиданности, за которые впоследствии вы сполна расплатитесь, пострадав от эгоизма близких вам людей. Не забывайте о собственном здоровье, вероятно, инфекционные заболевания.
Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Чем больше Рыбы будут сегодня находиться в обществе людей, тем быстрее найдут себе достойных партнеров в коммерческих вопросах. Активная переписка по электронной почте тоже даст свои результаты. Гороскоп обещает Рыбам плодотворное сотрудничество в интернете, а также получение прибыли. Гороскоп «Дом» на сегодня. Рыбы могут обладать социальным видением и оценивать жизнь в ее целостности с точки зрения своего внутреннего мира. Астрологический аспект стимулирует аналитический интерес к проблемам человеческого комфорта и личной безопасности. Нужно начинать воплощать в жизнь намеченные дела, связанные с общественной деятельностью, публичностью. Неплохо заниматься налаживанием деловых связей и контактов, подписанием партнерских соглашений. Любовный гороскоп на сегодня для Рыб. Сегодня Рыбам удастся сгладить все острые углы в общении со своим давним оппонентом. Человек, с которым вы ссорились из-за места на парковке или из-за какой-то офисной принадлежности, сам сделает первый шаг и предложит забыть про столь глупые инциденты. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!